Так, это я в Барлингтоне. Сейчас показываю вам. Такие у нас симпатичные домики. У нас похожи. Наш Барлингтон 200 лет ему. Наши домики похожи чем-то, и этот городок чем-то похож на Бостон. Бостон, конечно, покрасивее, но он и побольше, но уже поменьше. Вообще, здесь огромный университет. UVM. Университет именно Вермонта. И вот эти вот все здания. Эти церкви здесь и католические, и англиканские много. А православных одна вот здесь вот. В этом городке у меня, ну это 35 миль от нашего, здесь светофоры, конечно, все, поэтому. Я имею в виду, поэтому так стоим. Очень много студентов, это город студентов. Дорогой университет этот, дорогой. Но у нас еще есть дороже. У нас есть самый дорогой университет, наверное, всего США. В нашем штате. Сейчас на голову, в голову не приходит название его. Не помню, не важно, пока что. Вот здесь вот госпиталь, там вот, сюда я возила и Даниила, и это вот, и Стива маму. И Стиву здесь вот в Барлингтоне делали операцию на сердце. И Даниилу сердце проверяли. Потому что Даниил родился, у него там, его обследовали насчет сердца. У него были шумы и дырка, в общем. Мне очень интересно Даниила в Одессу довести и проверить, именно чтобы наши доктора проверили. Потому что Дженнифер, она копия, как я. В общем, я проверила Артура сердце, я проверила Валюшина сердце. Дженнифер сердце, мое сердце. Никаких этих вот... Ну, то есть это в норме. Все какие-то там, если есть отклонения, они все допустимо по стандартам по ГОСТ. То есть ничего там, ничего жутко страшного нету. А вот мне очень интересно Даниила отвезти. Очень, потому что у него что-то там врожденное было, именно сердцем. И я ничего не поняла из объяснений американцев, американских докторов. Так, вот у меня, смотрите, Барлингтон, Монпиллер, вот видите, Венуский, Сент-Албан. Так, а сейчас я буду выходить, вот там у нас впереди горы, а я буду выходить сейчас на трассу, я пока прерываюсь.